Бюджетный домашний монитор с разрешением Full HD. В этом видео поговорим о мониторе Philips с индексом 223V5LHSB. Комплектация максимально простая. Монитор с подставкой, кабель питания, кабель VGA и пользовательская документация. Перед нами максимально обычный монитор, ничем не примечательный по дизайну. Черный пластиковый корпус с лицевой стороны имитирует металлическую поверхность с легкой шлифовкой. Но никакого металла тут нет, только пластик. На обратной стороне расположены порты HDMI и VGA для подключения к ПК или игровым консолям. Снизу под лицевой панелью находится регуляторы настройки изображения монитора и кнопка питания. Небольшой экран с TFT-матрицей и диагональю 21,5 дюйм предлагает Full HD разрешение, но не может похвастаться высокой контрастностью или яркостью. Всего 1000 к 1 по контрасту и 250 кандел на метр квадратный по яркости. При этом у монитора хорошие углы обзора, пусть и не максимальные – 170 по горизонтали и 160 по вертикали. Благодаря разрешению, не самому низкому для мониторов подобного класса, работа с документами, таблицами или текстами не будет напрягать глаза, а видео в разрешении 1080p – будет выглядеть полноценно и без черных полей. При желании монитор можно использовать и для игр, но время отклика составляет лишь 5 миллисекунд. Никаких игровых функций тут тоже нет, так что модель подойдет разве что нетребовательным геймерам. Таким образом, перед нами простой домашний монитор, отлично подходящий для просмотра видео и работы с документами.